поступить. И, естественно, дальше будет покупать только белорусскую. Второй пример привести тоже сегодня шел сюда. И одна сотрудница меня перехватила и говорит: ты знаешь, что я свою родственницу там, ну, невестку, да? Все время говорю, не покупая ничего дешевого на рынке. Она, ну, у меня денег мало, она все время покупает дешевое. Купила носки, положила носки, намочили они носки, положили в ванную. Утром они обнаружили, что новая акриловая ванна в том месте соприкосновения с носками, это устойчивость окраски, да? Она стала черной, ничем нельзя это смыть. Это означает то, что эти носки, вот эта окраска, когда мы одеваем эти носки, она проникает к нам в организм, и которые тоже уже нельзя смыть, потому что все это, краситель, и какой он, никто не знает, циркулирует у нас в организме по крови и наносит ущерб, так? И вот мне тут много примеров дали, коли примеры. Вот я взял просто, коли устойчивость окраски, вот я читаю, вот мне дали специалисты, говорят, ну вот, казалось бы, фирма известная, бюстгальтер женский, Calvin Klein, да, это фирма известная, западная, но страна происхождения – это Китай. Вот пишут, устойчивость окраски. Проверили, испытали устойчивость окраски. То есть краска одевает женщина бюстгальтер, потом снимает, и видишь, она уже не такая, как она была до того, как ее одела. Понимаете? Поэтому очень осторожно надо работать. Дело в том, что мы